Всем привет, с вами Шелтон, и сегодня мы на броне War Thunder. Сегодня мы покатаем на КВ-1Л11 и на КВ-1ЗИС-5. Посмотрим различия и броню. Так, давайте посмотрим броню у КВ-1Л11. Оранжево помечено, где средняя броня. Красная уж нет. Да, оранжевая показана, где средняя броня показана. 115 мм конструктивный угол наклона 31. Так, и у КВ-1 здесь 5. Посмотрим. То есть здесь пробитие будет больше, и, в общем, уничтожить его будет проще. Так, давайте выйдем в бой. Так, давайте это выключим. И в бой. Итак, как мы посмотрели по броне у ЗИС-5, она более такая, как сказать, меньше. Везде можно пробить. И возьмем его. Так, появимся. Вот. В плохом месте. Сразу же двинем к точке. Так, нет, давайте. Я думаю, так лучше проехать. Так, Сушка, давай. Ну, что ты встала? Так, давай. Я думаю, проехать туда. Там окажется больше противников. Ну, давайте рискнем уж. Поделаем. Попробуем. Так. Я уже сколько смог прокачал танк. И сейчас посмотрим, как он себя ведет в бою. Все зависит от самого игрока, какие у игрока руки. И это тоже зависит от системных требований компьютера. Чтобы меньше пролагило, тоже зависит. Так, точку в точку, наверное, двинем. Это какая точка? Блин, я не могу показать. H5, наверное, там остановимся. Посмотрим еще. Так, видим КВ-1, он уже спрятался. Ладно, с нами М18. Так, вот, появляется, вот так. Так, мы не будем останавливаться. А все сходу. Так, на, быстрее, 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 быстрее. Быстрее бы за камень успеть. Так. Ну. Блин. Ладно. Хорошо, что успели. Так, дальше двинем чуть выше. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Так. Встанем сразу под угол. Так, М22 сразу же выносим. И уходим. Так, мы встанем лучше сюда, тогда проще нам будет. Так, проще встать сюда. И добьем ПЗ. Попадание, критические повреждения. Но это не есть гуд. Так. Надеюсь, не попадет артиллерия. КВ. А, не пробил. Так, вот, где-то зеленый, зеленый, зеленый. Не видно, плохо. Так, а здесь.
Тоже плохо, все очень плохо. Максимум, что мы можем сбить Гуслёна, я не знаю, куда стрелять. Вот в чем. Плохо. Нет, не долетает. Так. Все же. Попробуем в бак. Нет, не пробивает. Не пробивает у нас. Так. Давайте. Воу. Так. Давайте попробуем КВ-1. Ладно. КВ-1 тут у нас идет проще. Но... сделаем. Сейчас на самолете тогда рванем лучше. Так. Перегрузка М-22 сразу. Так, вылетаем. Все отлично. И дергаем сюда. М-22 уже там. М-22. Не попадаем. Так, М-22 где у нас? Вот здесь. Сразу добьем его. Так, у нас еще есть полминуты. Снова попадание. Но уже не так летим. Ладно. Несокрушимый. Попадем отсюда мы или нет? Попали. Хорошо. Так, снова нам хотят дать самолет, но не будем. Не будем брать. Уж попробуем так. Так, давайте успеем повоевать на КВшке. Если не успеем, то в следующем бою меняем. Так, двинем. Двинем, куда двинем. Так, где у нас не пытаются захватить. Ну и вперед тогда. Вперед, так. Надо хотя бы на КВ хоть один... А, так, уничтожили. А, так, надо бы еще один успеть. Так, у нас танк за этим домом. Так, идем. Нету. А где же он? А, вон. Уйди, 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 уйди. Так, бомбардировщик мы не успеем взять. Да, и игра уже закончится. Так, все, мы уничтожены. Так, башня не могу двигать. Механизм у нас... сломан. А, все, мы победили, в общем. А. Вот и посмотрели все, как он ведет себя в бою,
КВ-1. Даже несмотря на то, что пытался как бы что-то делать. С вами был Шелтон. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.